В Бресте в избирательную гонку официально включились 117 брещан. Среди них кандидат в депутаты Виктор Марковский. Баллотируется в первый раз. Встреча с ним собрала накануне в стенах средней школы номер 5 порядка 10 человек. Все жители микрорайона Речица. Кандидат в депутаты свою программу представил максимально лаконично, рассказал, что в ее основе акцент Виктора Марковского на работу с обращениями граждан. Для чего я хочу туда пойти? Это просто, чтобы донести информацию и чтобы вы видели, что депутатам, государству не безразличны люди. Я же это шаг делаю для того, чтобы действительно работать с людьми, чтобы можно было услышать их, выполнять какие-то проблемы и доносить до этой власти. Появление купели в микрорайоне, оснащение Речицы спортивными комплексами, строящийся аккумуляторный завод. Об этом мы не только спрашивали потенциального депутата жители. Список просьб и пожеланий горожан немалый и неудивительно, ведь тот, кто получит новый статус депутата, станет первым звеном в цепочки взаимоотношений гражданин-власть. И последующие 4 года народный избранник должен реагировать, помогать и решать проблемы самой разной направленности. Я работал учителем в школе 27. Много меня знают. И все, даже те, кто, скажем, по молодости, там разные были вещи. Но никто не скажет, что я несправедливо кого-то там наказывал, что это делал. Поэтому и чувствуется поддержка. И почему я пошел именно в свой район и... Я чувствую, что все-таки люди, которые здесь проживают, они знают меня и должны меня поддержать. Тем временем до основного дня голосования осталось ровно 10 дней. Но проголосовать можно и досрочно. С 13 по 17 февраля работают все избирательные комиссии.